Всем привет! Вы на канале PolsyNet Live. Меня зовут Саня. Здесь только подробные тесты устройств. Притом они у нас проходят как? Правильно, системно и по одному шаблону. Мы гоняем сегодня устройство под названием Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. Да, все вот так долго. Он не выбивает даже 800 тысяч баллов в Antutu. У него, я бы сказал, что довольно посредственный основной модуль, хотя он, опять же, красиво на 200 мегапикселей. По-моему, апертура у него аж 1.7 у основного модуля. И по большому счету, да, с автофокусом все должно было быть волшебно. Но максимально, что он может из себя выжать, к сожалению для него, это 4К 30fps. Фронталка. Насчет фронталки вы и сами знаете, все у Xiaomi, ничего супер волшебного нет. Если говорить про стабильность, процессор максимально стабилен. И я бы хотел сразу, сходу, даже вот в этом тестировании рассказать вам, что мне на ум сразу пришел, кто? Правильно, Poco F5. То есть, по большому счету, вроде бы, Poco F5 лучше. Но что у нас здесь есть? У нас здесь IP68 сертифицированный. Хотя, опять же, гарантии на утопление Xiaomi не дает, но сертификации есть. Смотрите, какие-то люди понабежали, непонятно, не будем их комментировать. Марцел Вискин, не забудь прожать лайк, пожалуйста, если хочешь помочь каналу, но в первую очередь скажи мне, как микрофон отрабатывает. Вот, если говорить об этом устройстве, повторяю, что здесь IP68, здесь, к сожалению, нет возможности карту памяти запихать и нет возможности запихать мини-джек. Вот, но есть инфракрасный порт стандартно для Xiaomi. А, к сожалению, у нас здесь не прямые грани. И довольно странная штуковина в плане $340 за... Ну, вот я отдал на Али. $340 он мне пришел за смартфон, который не является отличительным чем-то у Redmi. Почему? Потому что, допустим, это 34, а за 42 я покупал Redmi K60 Ultra, который на 3 головы выше. С другой стороны, 42 это все-таки на 20% больше. И камера здесь и правда неплохая, и свои фишки здесь есть, и подбородок пусть есть, но небольшой, и вообще очень много всего можно положительного сказать об этом смартфоне. А у него однозначно лучше плотность пикселей, 446 ppi, это прям космос. Это предфлагманская плотность. У нас идет что здесь предфлагманская? Это защита от утопления IP68 и плотность пикселей. Плюс внешний вид он мне, конечно, понравился. Напоминаю, что сейчас у нас идет распродажа на Али. Даже если вы смотрите не во время сейла, подписывайтесь на телегу скидок, взаимопомощь, ему личный телеграм-канал. Там много всего полезного. Ресурсов больше. Все их можете увидеть в описании. Всем огромное спасибо, что пришли. Переходим, в принципе, к зверству. Точнее, к геймплею. Будем гонять этот Redmi Note 13 Pro Plus. Стандартно для нас всех в PUBG New State. Притом, лояльность у меня была нулевая, сейчас вы поймете, о чем я говорю. Вот сейчас я беру settings. И, кстати, яркость, да, здесь выше, чем у Poco F5. Видите графика? 90 FPS, high, HDR, high, on, optimized. То есть все так бодро. Кстати, по ссылке, если на этот смарт говорить, у нас здесь, сразу говорю, что есть мультиязычная версия, то есть вообще на Али я не увидел сейчас китайских версий, то есть только мультиязычная, это прям очень круто, как вы понимаете. То есть у вас сразу глобалочка, не считая, разумеется, агрегации частот, которая, опять же, довольно сомнительным фактом является. Ну и 7-20 бенда здесь, к сожалению, нету. Так, match found 85%, как все быстро, очень странно. Так, 85%, секундомер включаем. Заряжается он просто молниеносно. За 40%, на 40% он у меня за 12 минут зарядился, и за 30 минут на 100. 120-ваттная зарядка, это все-таки вещь. И понеслась. Так, 85%. Непривычно, конечно. Ну-ка, что ты не бежишь? И здесь, разумеется, тоже 34, но в отличие от Honor 90, помните, тоже только 4К 30fps. Но там Honor 90 он стоит 40, стерео нет, здесь стерео есть. Защита от влаги нет, гуглы, разумеется, и здесь и там.
Но повторяюсь, если вы будете его рассматривать, то 99%, что эта штука являться будет чем-то... Не забудьте, кстати, лайк поставить, если вам такие тесты полезны и важны. К слову, яркость 793 нита. Ее я проверил прямо перед стримом. Давайте еще раз проверю, пока он там бегает. Он там бегает, пока я там бегаю на автомате. Так, и AOD здесь странный, он здесь неполноценный. Ну, 780. Дима, мы тебя тоже приветствуем. Мы очень рады, что ты зашел. Федор Портнов, привет. Почти вся тусовка в сборе. Еще не хватает одного человека. О, какие фризы начались. Я не понял. Мне кажется, я знаю почему. Сейчас я отключу кое-что. Дело было в интернете, скажем так. Надеюсь. Или это он подлагивает, потому что в 1080p 30 fps ему стримить тяжело. Вы меня хотя бы слышите нормально, только картинка гуляет. У меня картинка не гуляет, к слову. Значит, будет тормозное такое видео. О, 40 FPS проглядывалось. В общем, если он у нас не потухнет, это будет хорошо. Дениска, привет. Висим. 73 FPS. Что-то мне подсказывает, что надо сбрасывать. Уменьшать требовательность к данному устройству. Нил, привет. А что, у тебя баскета сегодня нет, понедельник? Вот видите объемы канала? 412 тысяч подписчиков на YouTube, а здесь у нас 9 человек в онлайне, и один из них, как всегда, мой сын. Поддержка отца, видите? Несмотря на количество людей в онлайне. Так что матом не ругаемся. Ведем себя прилично, пожалуйста. Так, и в целом скоро он будет, приедет тестировать. Да, сын? Будет гонять на стриме. Какой проц у этого смарта? Давай, гадай. Какой проц? Ну, я сейчас подскажу. 7200 ультра. Как тебе? Говорит о чем-нибудь? Можем, да, сразу. Но... Да, это еще маме расскажи, и тогда законопатят кого-то куда-то. Ох ты, ёшкин. Мне кажется, я надеюсь, что это залипший чувак реальный. Хотя не похоже. Сын вообще во всем всегда. Так, Марцевич, необычно. Ну да. Очень странно, я бы тоже сказал. Я с вами согласен. У-ху-ху. Так, ну все. В принципе, в зоне даже. Надо лутаться все равно. Ну да, необычно, что 8200 ультра, но посмотрите, как он плохо справляется. То есть, вот и ответ. Для тех, кто играет в игры, точно не этот смартфон, а Poco. Однозначно. Что-то какая-то... Не то чтобы беда, но радости мало. Так, вторую броню еще. О, у меня уже вторая, все. Я бы на их месте вообще бы эти пакеты одноразовые от жизни убрал бы из игры. О! Опа! Ну-ка. Домой приеду, еще посмотрю. Хорошо. Ты уже закончил трен? Опа! Где-то там стрельба.
Молодец. Забил что-нибудь? Так, и... Угу. Стрельба кончилась. Молодец. Мужчина. Серьезный. Ох ты, ёшки. Вот так вот оно и бывает. Если попадаешь не на бота. Я к себе же и прыгну туда. Я не думаю, что он меня будет ждать. Ладно, надеюсь, что он меня не будет ждать. В здание какое-нибудь прыгнуть, а потом уже доползти до себя. Притом я видел, что у них была стрельба. Смотрите, а, кстати, пинг норм. Пинг норм. Почему, кстати, два пинга? Один 13 миллисекунд, второй 169 показывает. В чем причина? Мне, конечно, так хорошо залутан был, так жалко. Но, опять же, сам дурачок. Бесстрашно побежал. Больница. На русском еще при этом. Окей, ёшки. О, мечта. О, ничего ж себе, меня прям упаковали и еще и прислали бота. Скорее всего, бот. О, нет, не бот. Смотрите-ка. Ух ты, ёшки. Или это вот там был не бот? Да, это вот там был не бот. Вот я тупица. Ладно, тупица, как говорится. Две пиццы, пожалуйста. Сам пошутил, сам посмеялся. С какой зарядки в комплекте шел? Я не помню уже. Ну ты меня серьезно спросил, Дима, это было полтора года назад планшет. Google в помощи, обзор посмотри, пожалуйста. У меня есть он на канале. Вместе с постом о скидке, кстати. Так, ну пока он не вылетел, греется довольно прилично. Кондиционер у меня включен. В районе камер у него температура ни о чем. 38,6. Никаких там 40 градусов нету. Тыльная часть, правда, 39,3. Самый такой горячий. В самом горячем месте. И как-то он лютейшим образом висит. Ну ладно. Секунд 20 подожду, если не развиснет. О! Смог. Нет ощущения у меня, что яркость сброшена, но сейчас он найдет опять, и мы проверим. Вот. Чего нетворк? Вообще оборзели там. Нет, сеть нормально подключена, сразу говорю. Чтобы не было дискредитирующей информации из разряда, ну это сеть, это ты опять. Тут какую-то штуку подключил, нету. Нет, все в огне. Все, что должно быть. Как? И обещано. Так, надо уже эти Type-C-шные все смартфоны куда-то деть. Буду продавать 14 Pro Max. 13 Pro Max оставлю, 14 Pro Max продам. И нет, я не скажу вам свой Авито. В описании Redmi Pi SE. Ну да и черт с ним, но этот Twitch, 6 человек. Что... Всего 600 человек смотрят на мобил, вот эту вот игрушку, на PUBG Mobile. Мы здесь для чего собрались? Чтобы понять, насколько хорош этот смартфон. Насколько он, скорее всего, ну вот это вот прям опять же тоже такие особые, как-то особый аппарат. Ну он красивый, это как про Honor 90, я скажу. Но здесь я могу сказать, он красивый, дешевле, чем Honor 90, намного. И плюс у него еще есть защита от влаги. Ну и как бы, наверное, так.
Ну-ка, сейчас я попробую даже вот так сделать. Что он так долго ищет опять? Да, ну с типом я ступил, конечно, вообще люто. Просто люто ступил. Ну, плотность пикселей выше у него. У Redmi, чем у Honor. Больше оперативы в минималке. Камеры, кстати, основные модули стоят одинаковые. На этом стоит макро, правда, на Honor. И датчик глубины, ну, тоже макро есть. Ультраширик хотя бы есть. Не знаю, что-то у меня словесное, непонятно что, почему. Потому что, по мне, за эти деньги намного лучше, разумеется, Redmi. Да что же он так долго ищет? 3 минуты, опять 5 минут будет искать. Ну ладно, во всяком случае, все в одинаковых условиях, потому что всегда мы находим, вот, примерно в это же время. В принципе, ничего печального супер нету. И вот и я. Есть ощущение, что это псевдостерео, сразу вам говорю. Хотя, по идее, это стерео, потому что динамик очень, очень странно. Так, и по яркости ничего не изменилось. То есть 8 сотен. Кстати, Always on Display, чтобы вы посмотрели. Вам понравится Always on Display. 10 секунд, та-там, вот такая вот подлая штука, это жизнь. Почему они его урезанный сделали, вот черт его знает. Ну понятно почему, потому что хотят денежку заработать на флагманах. По ощущениям 20 FPS. А, нет, это опять же, вы видите стрим, он пытается стримить в 1080p 30 FPS. А, мораль такова, что надо было в 720p стримить, но мне просто грех на душу брать. Смотрите, извините за, не знаю, там, надеюсь, никого не оскорбил, ничьих чувств. Почему? Потому что вроде я гонял C51 на трилме в 720p 30 FPS. Если я также в 1080p 30 FPS еще буду и этот смарт гонять, там 300 тысяч баллов в Antutu, здесь 700 с лишним, ну как бы тоже не камильфо. Все-таки процессор по идее должен быть посерьезнее, то что он не справляется. Привет, какой посоветуешь жесткий диск? Самса 9-я линейка, 8-я линейка, там их море. Не, их тоже море.
Да, кстати, вин... год уже лежит 2-терабайтный винт, я его в компьютер не могу вставить, прикиньте. Но это какая-то просто безостановочная лабутень, когда ты все... О, там какой-то тип сзади присел. Сейчас было легкое подтормаживание. Я думаю... Ну да, наверное, надо вам говорить, потому что вы это не увидите. Так, и... Но в целом есть ощущение, что это 73 FPS и все гладенько. Да что ж такое-то, а? Дайте мне автоматическое оружие-то. Ух ты, ёшки. Да и ладно, и пошел он. О! Жалко, нету оптики, да? Я бы его расчехвостил бы. Ну, главное, он убежал. А я остался. Главное, звук нормально идет или так же? Вопрос в этом. Если звук нормально передает, то это еще терпимая тема. Папа, я в метро, хорошо. Будь там аккуратней, смотри под ноги. Звук норм, но это самое важное. Помповая броня. Вообще ни одной автоматики, посмотрите. Это вообще какая-то бредятина. Вообще нет автоматического оружия. Что вам интересно так? Тачку не взял, а убежал. Ну ладно. Может, увидел кого? Точно не меня. Как у кого день прошел? Или еще идет? Смена. Вот там вот тип. Как хорошо. О, чувак, ты что, какой-то особый бот? Я прям уверен, что это бот был. Ты какой-то ядреный. Ну ладно. Какого планшета? Я не понял, какой планшет, какой оригинал? Redmi Pad. Которая SE, так а чего о нем... Ну подожди, у тебя ко мне претензии или кому? Русский язык сделать и басню повторить. Ну, норм. Чуть-чуть. Не к тебе. А зачем ты мне тогда ее говоришь? Ну, как бы, ну, кому есть претензия, тому и напиши. Но я от себя могу сказать, что мне не кажется, что кто-то там чего-то пиарил. Почему? Потому что это обычная бюджетная штука. Ну, вот обычная бюджетная. Понятно, что ты там сову на глобус натягиваешь с той точки зрения, что тебе вот кажется, что эти типы... Там, я не знаю, планшет, который никому не впил, ну, он не нужен никому был. Я, кстати, спрашивал у Xiaomi-тов, почему они мне его даже не предложили купить пораньше. Еще мне сказали, иди ты в топку. Вот, но, опять же, я также бы рассказал, нормальный планшет. Ну, то есть, а что они должны были вспомнить тебе, чтобы ты купил этот, как его называют? Опа. Lenovo или старый Redmi? То есть, ну, вот какой вариант, что, чтобы блогеры тебе что рассказали? Ну, обычный мракобесный планшет. Если бы был курс 70 рублей, ты бы его покупал за 10 тысяч рублей. И ты бы думал, ну, мне старый покупать какой-нибудь, опять же, ладно, чуть-чуть помощнее, от того же Xiaomi, или покупать новый, точно с новой батареей. То есть, это не тот девайс, и планшеты никому не нужны. Про них, может, и смотрят обзоры, но их никто не покупает, мне кажется. Опа. Какая-то зарубилово какое-то было. Кстати, давайте-ка возьму 416. Надо говорить как есть. Сейчас, подожди. Так а что, я и говорю, я не знаю по поводу чего ты пишешь. Я просто знаю кухню, что, ну, это А-эшелон,
Я тебе прямым текстом скажу, ну, как бы я бы заплатил, чтобы мне его послали раньше релиза. Ну, как бы... заболтался. Но меня бы все равно вынесли. Вот. И, ну, есть какие-то крупные каналы, у которых есть, допустим, сайты. Им посылают до релиза. А к чему это все? К тому, что от чего плохого... Я тоже вроде ничего плохого не сказал. Я сказал, что он... Ну, ладно, окей, своих денег он не стоит. Что еще сказал? Что я плохого о нем сказал? Что лучше взять Redmi Pad. Ну да, лучше взять Redmi Pad, чем Redmi Pad SE. Вот. Но он мощнее, хотя бы чисто поэтому. Но там есть у него свои минусы, слышишь? Helio тоже не такая прелесть, прям прелесть. И мы берем как? Что эта штука валялась год где-то, где-то валялся Redmi Pad обычный. И ты его приобретаешь почему? Потому что у него чуть лучше экран. Чуть, может быть, а может быть, тебе вот конкретно не повезет от того, что он там валяется год, и его не выпускают. Ну, я говорю, это все очень так, на тоненького. То есть мы с тобой не сравниваем флагманы, мы сравниваем с тобой дешман, вот. Ну, $150 – это дешевый девайс. И, повторяюсь, по старому курсу это было бы 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей за планшет, у которого нормальный звук. Нормальная картинка, ну, понятно, там плотность пикселей чуть ниже стала, ну окей. Но опять же, у доллара есть инфляция. Я не пытаюсь никого оправдать, я просто пытаюсь объяснить, что на планшетах деньги не делают. Никто, мне кажется. Делают, как это называется, как когда люди что-то выпускают, для того, чтобы... О, вот мне кажется, что там какая-то зарубилова была. Вот, чтобы у них было в, ну, в этой категории товаров тоже что-то. Прям как не бот, да? Ну, вот тебе кажется, ты можешь сделать обзор и рассказать без девайса. Очень много, кстати, народа на YouTube делает без девайсов обзоры, и просмотров у них космос прям. Я не пытаюсь тебя обидеть, я с тобой в каком-то смысле согласен. Но иногда двойное дно искать в девайсах, которые никому не нужны, тоже такое себе. По-моему, он не по мне даже стрелял. У меня такое еще ощущение. Вот. Вообще хороший такой упакованный чувак. Так, а М-ка у него с ДОП патронами или нет? Нет, не с ДОП. Не буду брать. Верните мне мой безумно большой. Nexus 7. А, ну видишь, ну опять же, у тебя бы сейчас был выбор. Redmi Pad или Redmi Pad SE. При том, как, опять же, я гуглил, а SE-шку можно чуть-чуть и дешевле умудриться купить. Ну и... По спекам не такая разница. Так, что у нас здесь? Use. Customize. Ничего я сделал. Что-то я сделал. Будем надеяться, что это мне как-то чем-то поможет. Так что в целом... Опа. Типы бегающие. Опа. Да ладно, а нет, я уже думал, я не добил. Думал, ничего, что тебе прошел насквозь и не добил. Так, и вот тут вопрос дня. Нет, это вообще прелесть, ее я оставлю. Конечно, да, вещь. Держит конкретно. И планшеты специфическая вещь, я говорю, мне вот, допустим, Huawei очень нравится, ну, с гуглами, опять же, кто-то там пишет в комментариях, я каждый день в комментариях читаю, с гуглами никаких проблем, никогда у меня не было Huawei, вот, последние года, каждый раз, когда кто-то говорил, с гуглами никаких проблем нет, я пишу вот такие-такие-то проблемы, но это не проблема, ну, этого, а вот это меня не интересует, это меня тоже не интересует, а еще вот это. То есть мои потребности в плане гуглов никого не интересуют. Я не знаю, что они подразумевают, что есть гуглы, что ты можешь установить, не знаю, там, вместо YouTube, YouTube с кряком этот Advance или как его.
Короче, довольно специфическая штука. Это ваша заливная рыба. Вот. Ну, типы какие-то бегают. Да что же это такое? Что же за косоглазый-то такой? Какая-то безумная печаль просто, лютейшая. Лютейшая печаль. И что у нас там? 30... Нет, мы 30 минут еще не играем. 26. На всяком случае, меня еще не вынесли. И в этот раз я буду поаккуратнее. Потому что меня уже вынесли. Да, разок? Будем надеяться, что я играю сейчас чуть-чуть лучше. Так. А иксы мне не нужны. Зачем мне X6 на пулемете? Ну, ладно. Ух ты, ёшки. Чтобы позвать кого-то, да? Чтобы кого-то куда-то позвать. А как это может быть? Подождите. Очень странные дела. Вот что я сделал. Смотрите. Я ее типа модифицировал. Не шутя. Вообще вещь. Так что насчет того, что лучше взять Redmi Pad, лучше посмотреть на планшеты вокруг. Вообще лучше, говорю, там, если у тебя есть 15, добавить, ну реально, 25% ты добавляешь, получаешь другого класса устройства, абсолютно другого. А планшеты меняются там раз в 5 лет, если не в 7. Вот. Опять же, мне так кажется. Но у вас при любом раскладе может быть другой подход. А насчет того, что Redmi не платили ни за какую рекламу, я на 99% уверен. И вы не совсем понимаете схему. Вот смотрите, у тебя есть новинка какая-то, у тебя будут просмотры. Вот посмотрите на мои просмотры там Redmi Pad, ее не будет. Почему? Потому что я рассказал после всех. Вот. А если у тебя есть новинка, то у тебя будут эти просмотры. Если у тебя будут просмотры, у тебя будут больше подписчиков. Если у тебя будет больше подписчиков, то... Ну, ты, соответственно, вырастешь как блогер, и все. Сможешь там, не знаю, больше рекламы продавать там или дороже. Ну, схема-то простая. Так что без защиты существует просто чертова куча брендов. Это как, не знаю, я там за iPhone бы 15 до старта продаж что бы отдал? Почку бы отдал. Но никто мне его даже за почку не даст. Примерно так же рассуждать, что у вас... Съездку блогера, ну, кто-то перехвалил, кто-то не дохвалил. Позицию я вам свою озвучил. У кого-то вот в принципе вы так рассуждаете, что там люди хвалят специально. И не риторика такая, то есть они в принципе всегда хвалят, и это может быть в каком-то смысле правильно. Я говорю, я просто знаю несколько блогеров, которые растут значительно быстрее, чем я всегда. И на 99% я уверен, по той причине, что у них нет вот этого вот ядозакидательства. За год выросли просмотры. У меня за год канал вырос на 30% просмотров, если суммарно на всех этих, на всех площадках посмотреть 20% плюсом. Но это очень большие цифры для меня. То есть 2200 против 3 миллионов. Это, учитывая особенность, то, что людям техника менее интересна, чем новостная лента, это неудивительно. Вот, то и новинки, они по-другому выходят. Это, в принципе, кризис мировой во всем. Так, я сейчас остановлюсь. Почему? Потому что у меня есть благополучная проблема. У меня это дело сбросило яркость. А, притом до 430 люксов. 430 люксов, это прямо как-то серьезно. Вот, и к чему это все? К тому, что если вам интересна эта кухня, вы пришли ко мне, я вам рассказал свою позицию. Моя позиция изнутри. То есть прям вот изнутри. Вы что-то с третьего шоу два смартфона обещали, чтобы не писали. Будьте рекламная. Прикольно. Да что ж такое-то, а? Опа. Мне кажется, что это не он. Или он был.
Ты мог мою голову видел, мог бы тоже 30 тысяч раз снять. А, не мог бы. Не такой он и крутой, да? Ладно. Вот она где-то вырос в глазах, хотя еще года нет, как подписан. Вы, если год подписались, то назад, то это неудивительно, потому что у меня год назад было очень много бед. Меня конфисковали очень много электроники, больше, чем миллион рублей. Для меня это весом Турция. И получается, зимой, как раз когда нужно было пилить вот этот контент, там у меня были Z50, я помню, вивовские аппараты, очень классные девайсы. Пам-пам, мне нечего было снимать, то есть я там сделал топы и т.д. и т.п. и плюс еще переезды. В общем, в целом я не оправдываюсь, но сейчас намного легче. То есть, ну вот сейчас у меня в руках Redmi Note 13 Pro Plus. Насколько это просто тупо купил на один, просто тупо пришел. Вообще великолепно. Еще и 13, скоро пробуем. До этого Honor 90, сейчас еще 51. C51 тоже рассылали, но не послали. Да и черт с ним. Ну вот сейчас тоже скажут, там, его не доругали. Но это бюджет, ультрабюджетный. Поискать старых, там, сказать, Redmi Note 10 Pro лучше. Ну, тоже такое себе. И морально устаревшие поддержки у него будет меньше. Сами чат. А, Рест, я думал, что-то в чате произошло. Привет. Сани чат, думаю, что в чате. Обычно, когда я пишу Сани чат, в чате какая-то лютая дичь, за которую меня могут надолго в чем-нибудь обвинить. Убавь звук в времени. Да, мой генерал. Не под пятый, может, тебе и на 5 лет хватит. Зависит от того, как ты будешь его юзать. Все, как говорится, зависит от положения звезд. Так, ну что, снимут меня оттуда. А, топ планшетов предвидится. Сейчас Honor-овский еще один обкатаю. Honor, который X9. И если он будет норм, то туда запихаю. Если нет, то все, дальше банкет. Потому что Honor-овских и Samsung-овских, по-моему, у меня вообще давно не было. Вот. А так есть почему? Уже. Единственное, видите, я Max не купил от Xiaomi. Нил, спасибо. Ну и на iPad еще, может быть, на Air мне надо сделать обзор, потому что iPad сейчас выгрузит еще обзоры. Вот. Так, ну что, мне отсюда надо его выносить. И точно не оттуда. Что, вдруг не бот. Чтобы вспомнить, где он был, да? Ничего себе, только коснулся, два патрона сразу улетело. Только iPad mini, по-моему, в этом году только. Ну, круто, если... А, кстати, если его предоставят, то я его здесь куплю. У меня минька есть одна. Пора ее поменять. Смогу, кстати, сравнить даже чуть-чуть. Кто мне напишет опять, что ты топишь за яблоки? У яблок только один представитель их в России. Я думаю, что бородача знают все. И он как был грамотным типом, так и остался. То есть вы видели, как он телегу налил на миллион быстро? Быстро. Никто так не может. Потому что ну, это называется в сети широкий карман. То есть неважно, кем он там, ботами налил, еще кем-то. Он визуально выглядит как успешный большой тип. А как оно на самом деле, его увлеченность и все остальное, разве... Ну, это не имеет значения, потому что это big data. Ну, а то, что факт, что он является единственной медийной личностью из... У него новая должность в MVideo. Какая? Это сарказм? Ну, круто, чего? Человек на работу устроился. С Яндекса уволили.
вместе с Алисой. О, дропы. Анпакингу электроники. Что за бред? Это сюр, конечно. То есть он теперь еще интегрироваться решил в... Ну это вообще лютая... Ума... О, ты шутишь, наверное. Ума. Юмор, конечно. А FPS-то, видите, еще ниже просел. 48-60. Да мне кажется, это стёб, но это уже совсем за... Это не то, что он там дно, он просто взял и... пробурился до магмы ядра. Просто уже все, все, туши свет. До свидания. Мы с вами не знакомы. Примерно вот так. Так, и где хоть кто-нибудь? О, желтый дым. Желтый дым — это кто-то чего-то попросил, мне кажется, да? Искал для руководителя планшета с клавиатурой 4G, выбора практически нету. Солидарен. Есть, только вопрос в цене. Если это топовый девайс, то там, да, будет очень прям неприятно дорого. Так, где был дроп? Где был дроп, я его не вижу. Ну и ладно. Четырнадцать человек. Я могу, в принципе, увидеть и здесь их. Как говорится, по зоне, да? Бегаем по окружности. Опа. Глюк или я видел кого? Как говорится, боковым зрением, только в телефоне, да? Зона. Так. 12 человек на такую карту — это прям очень мало. На конференцию по бизнесу там Вилса выступал. Нет, ну на конференции-то это разумно таких людей звать. Я говорю, я повторяю, что меня уже год зовут, и в передаче звали, еще куда-то там. Опа. Опа. Кто-то оттуда... О! Вижу. Непонятно, что он хотел, правда. Когда он бежал сюда. Может, он от кого-то бежал? Ничего ж себе у него упаковочка. Посмотрите. Это монстр просто. И во время лутания такого, мне кажется, самая тема, если меня снимут. Так, бух, слишком залутался, типа. Так, и патроны эти не нужны. Это я все равно пользоваться не буду. И вот это вот все. А почему ты... А, 30 только, ну ладно. А, он, наверное, хотел просто пробежать не по лесополосе, мне так кажется. Ну ладно, тоже. Директором по анпакингу в ДП... Нет, перестаньте вы. Там он прям, ну, я... медийка, прям медийка. О! Опа, вижу. Вот он. Да что же за беда-то такая? Что же за косоглазый-то такой? Притом это бот. Потому что он прыгает аж. 5 живых. Один бот там. Ладно. Нет, я никуда не пойду.
слишком стар для всего этого. У меня 11 человек онлайн, кому я нужен? Но когда-нибудь я соберу комплект писем эпичный и запостю в своем маленьком личном телеграм-канале, чтобы вы поняли, насколько сильно меня хотят плохие сетки. Ну или хорошие, не знаю. Так, и опа. Есть. Один клиент. Пойдет, скорее всего, снизу. Вот отсюда спрыгнет. Ох ты, ёшки! Хорош! Красавец! Не видел его. Четвертый. Так тебя зовут, почему не идешь? Медийность разве... Ума. Я не могу разорваться без эпичности. Я говорю, вы просто думаете, что все это просто... Так, 67 за, получается, 41 минута. Давайте, наверное, заканчивать. 41, 67. Это 18... 18 и 2 трети, 1 треть от 18, где-то 24%. Чем бы хотелось мне закончить? Первое, 430 люксов, нормальная яркость для игры, я не знаю, где-то 380 минимальный комфорт, 400 с лишним, то, что он держит, достаточная яркость. Но факт остается фактом, что у него было 780, и через 20 минут... Он сбросил. Следующий момент. Нормально в Твиче стримить в 1080p 30 FPS вы не сможете. Это мы сейчас уже выяснили опытным путем. Телефон не перегревается. Играть в него, несмотря на то, что у него срезанные грани, но они не прям не сильно срезанные. В принципе, можно, но опять же, миллиардный раз повторяюсь, те, кто играли на прямых гранях, они легко вам объяснят, почему яблоки делают прямые грани у экрана. Если говорить о... удобстве. Я прям пока играл, забыл, на чем я играл. Почему? Потому что было все удобно. Взаимопомощи появилась. Rest, это не я. Еще раз, друзья, давайте сразу. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Но ту рекламу, которую вам показывает телеграм, это не я. То есть вы видите последним сообщением. Это не я. Это Дуров. Полностью показывает вам рекламу, берет доход, никому ничего не дает, я с ним абсолютно солидарен. Можно не давать, не давай, тебе не YouTube. Я знаю, просто было смешно. Но, опять же, что значит, что почему и Tel, и Tecno у нас растут? То, что у людей денег нет. То есть это дешевые смартфоны максимально, у людей нет денег. Раньше им впихивали Samsung, теперь им впихивают эту штуку. То есть люди в голову едят, они же не хотят, как бы человеку не хочется думать. Ему кажется, что технологии ушли вперед, и вот за него подумают и решат. Нет. Ну, это так не работает, и никогда это работать так не будет, потому что будет, не знаю, 99 дурачков, а один человек умный. И это не значит, что эти 99 купят плохое устройство. Просто умный купит то, что ему надо, и он выберет. И один раз, раз и навсегда разберется в том, что ему надо в первую очередь. Вот, мысли я высказал. Огромное спасибо всем, кто пришел. Скорее всего, я сделаю обзор одним кадром. Напишите мне, интересно ли вам это. Девайс от меня заочно. Да, я понимаю, зачем он сделан. Realme Neo 3T норм. Нил, тебе великолепного вечера. Добивай уроки, напиши мне. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Огромное спасибо, если подпишетесь, поставите лайк и напишите продолжать.